Ну и как ты успела заметить, наше интервью начинается с петушиного крика, даже рева, наверное, я не знаю, на Бали это не редкость. Кстати, ты знаешь, что тут существует такая интересная традиция, когда боевых петухов выпускают на такую символическую мини-арену, и они дерутся там между собой до последнего. На самом деле, с одной стороны, интересное зрелище, с другой стороны, довольно страшно. Если провести аналогию с жизнью, то иной раз бывает, что жизнь затаскивает нас в угол, ставит также с невидимым соперником, по большей части это наши переживания в голове, и ты также с ними борешься до последнего, и выигрывает кто-то один, как правило. Либо твои переживания, либо ты, которая, преодолевая эти переживания, идет все-таки дальше. Был ли у тебя в жизни такой момент, когда ты упиралась вот в такую стену, которую нужно было преодолеть? Ну, думаю, у каждого не раз такая ситуация происходит, но и, ну, бывает у каждого, у меня тоже, соответственно, было. И были моменты, когда я выступала как бы переживанием, но потом понимаю, что нужно как бы стоять до конца, и все равно, переживая это, ища правильные пути, ты приходишь как победитель. Ну да, я понимаю, о чем ты. А смотри, как найти правильный путь вот с позиции твоего опыта? Когда ты упиралась в эти стены, когда ты не уступала переживаниям, когда ты решала двигаться дальше, а где ты находила в себе силы для того, чтобы действовать? Ну, приходилось анализировать. Те же люди, окружающие вокруг меня, которые были рядом, они поддерживали тоже. Ну, как бы поддержка со стороны, и, конечно, внутри тоже приходилось. Сначала ноешь, а потом сам себя берешь, как говорится, за шкварник. Нет, Венера, давай, вперед. И это не последняя твоя борьба, это, ну, у тебя еще все будет хорошо, и ты принимаешь себя, как говорится, сам. А насколько, по твоим ощущениям, важна поддержка со стороны? Легко ли преодолевать все самостоятельно? Либо нужен тот человек, либо люди, если говорить вообще об окружении, да, которые тебя постоянно поддерживают, которые наставляют, грубо говоря, на правильный путь, и которые помогают по этому пути пройти? Ну, я думаю, что, ну, лично для меня, да, мне нужны такие люди, которые подсказывали, помогали, либо просто, ну, советы какие-то давали добрые, которые, может быть, и не добрые даже для меня в тот момент, да, но чтобы, ну, были такие люди, для меня это очень важно. Может быть, для кого-то нет, но для меня это необходимо просто. А можешь сравнить то окружение, которое у тебя было раньше, с тем окружением, которое появилось и появляется почти каждый день сейчас? Раньше ты жила в своем родном городе, сейчас ты уже довольно большое время находишься на острове Бали, это Индонезия, это совсем далеко от твоего родного города. Есть ли различия между теми людьми, которых ты повстречала здесь, и теми людьми, которые были в твоей жизни до этого? Ну, я бы сказала, что особого различия нет в плане... Люди да люди. Да, люди как люди. Ну, в плане человечные, добрые, открытые. Ну, мне попадаются все время такие люди, которые открыты, готовы помочь. Но сфера деятельности у этих людей разная. Если они живут в определенном одном месте, никуда не двигаются, то сейчас здесь на Бали появляются люди, которые, наоборот, готовы действовать ради своей мечты, не просто сидеть, ну, например, в своем городе, а именно отправляются путешествовать. Вот даже на Бали они отправились, и им ищут другие способы заработка, не просто в офлайне. А где интереснее? В каком окружении? Ну, я люблю и тех, и тех. Как бы у каждого можно чему-то поучиться. У меня нету такого, что вот те неинтересные, эти интересные. У каждого можно поучиться, у каждого что-то чему-то порадоваться, сопереживать вместе. Ну, такие я как бы. Но главное действительно учиться и извлекать правильный опыт, правильно? Да. Вот из того, а не просто тупо следовать советам либо рекомендациям любого и каждого. Да, хорошо. А можешь ли поделиться своими целями? Целями на приезд в Индонезию? Почему Индонезия, почему не Таиланд, почему вообще за граница? Зачем? Ну, может быть, я сейчас впервые скажу это. На самом деле. На самом деле я сбегала. Я сбежала того места, где я жила, потому что у меня больше не было сил оставаться там. Я бы, может быть, если бы не болит, я бы, может быть, выбрала
Таиланд, либо Индию, либо что-то еще однозначно. Но если брать тот период, почему я именно выбрала Бали, я закончила тренинг по удаленной работе и приехала познакомиться с основателями этого проекта, которые жили именно на Бали. Угу. И вот поэтому я здесь. Ясно. То есть, в принципе, тренинг замотивировал тебя на то, чтобы приехать, и те люди, которые его организовали, также способствовали этому. Ты хотела с ними познакомиться, а зачем? Потому что для меня, я немножко как бы их фанат, что ли. Ну, как бы для меня они очень интересные люди, у которых можно поучиться, и хотелось бы лично с ними пообщаться, задать вопросы и учиться дальше. Не просто остановиться на том, что я достигла на тренинге, а двигаться дальше. Это для меня очень важно, развитие, как бы не останавливаться на одном месте. А чего ты достигла на тренинге? Ну, на тренинге я научилась искать работодателей правильно, ну, правильные вообще шаги делать. И вообще увидела, что в интернете очень много работы на самом деле. До этого я потому что пыталась найти, но у меня как бы попытки все мои, ну, как бы такие не очень удачные были. Поэтому именно на тренинге я поняла многие моменты. И еще во время тренинга я уже стала работать удаленно и полностью купила свой тренинг уже во время тренинга. Слушай, ты молодец. Реально. Спасибо. Хорошо, ладно. А на тренинге ты получила первые и хорошие, как я понимаю, результаты. Дальше ты продолжила обучение и удаленную работу. Сейчас ты занимаешься, продолжаешь заниматься этим. Это обеспечивает твою жизнь в путешествиях. А что насчет знакомства с теми людьми, к которым ты, по сути, приезжала изначально? Насколько живое общение отличается от общения дистанционно, либо вообще от картинки на YouTube? Ну да, как бы, например, я познакомилась с основателями, я вообще не ожидала, что они окажутся такими простыми и открытыми. Угу. Для меня это было очень важно, и они готовы всегда как бы научить, поделиться. Ты, главное, подходи к ним с вопросами, и они, ну, не ставя никакую плату совершенно, с тобой могут переговорить на все твои моменты. Это мне очень понравилось. Ну, я еще больше их полюбила, как бы так. Угу. То есть они не выставляют барьеров? Нет. Мне это здорово. Венера, скажи, пожалуйста, вот когда у тебя опускаются руки, я уверен, даже на острове Бали иногда бывают моменты, когда ты упираешься в те же стены, о которых мы говорили чуть выше. Может быть, они немножко меньше, может быть, они другой формы, но тем не менее. Так или иначе, бывают периоды, когда мотивация немного падает. Вот как ты эти моменты преодолеваешь, как ты с этим справляешься, как ты через это проходишь? Ну, опять же, наверное, окружающие меня люди поддерживают, помогают. Я просто делюсь тем, что происходит в моей душе. И да, просто даже поговоришь и уже понимаешь, как бы проблему оговорил, понимаешь, что она не такая же проблема, и можно ее решать. Угу. Либо. Либо. Либо просто тупо ложишься спать, а на утро все становится намного лучше. Какой интересный подход. То есть ни книги, ни что-то другое тебя это не спасает, ты к этому не обращаешься. Либо окружение, либо спать. Ну, в данный момент книги я не читаю. Угу. Ну да, ты поглощена работой. Можешь поделиться, откуда, как ты нашла свое любимое дело? Потому что я знаю, ты сейчас серьезно увлечена скраббукингом, и даже несмотря на то, что какое-то время ты потратила именно на удаленную работу, да, непосредственно бросала все силы туда, тем не менее скраббукинг – это твое любимое увлечение. Можешь ли об этом подробнее рассказать? Как пришла, как нашла, почему стала заниматься, и что это вообще такое? Ну, скраббукинг – это, можно сказать, ну и так и есть, это handmade, то есть создание фотоальбомов ручной работой, ну как бы ручная работа полностью. Скраббукингом я увлеклась в 2012 году, как бы я видела мастериц, которые этим занимаются, и меня прям, я ужасно этим хотела заняться, но материала определенного для занятий не было. Потом я решила создать для подружки как бы на день рождения альбом желаний или как визуализации. Я сделала ей альбом по разным странам, в которых она еще не была, но с ее фотографиями везде там сделала разные страны именно и подарила. Это был мой первый альбом, и я поняла, что даже из простых материалов, которые не обязательно вот как бы скраб материалов, можно, если ты хочешь, можешь создать. И после этого мне шаг за шагом я стала делать.
альбомы. Ну, все друзья, как бы у меня не было на заказ, просто друзья давали фотографии, я делала. И были успехи. Как бы так. Я помню, знаю, ты выигрывала различные конкурсы и так далее. Ну да, я уже с первой работы, которую я сделала для конкурса именно, она сразу же попала в топ-3 лучших работ. Ну и периодически меня приглашали как приглашенного дизайнера на этих челлендж-блоги. И, ну и периодически в конкурсах выигрывать, да. А как ты поняла, что именно этим тебе вот заниматься, ну, просто вот на 100% нужно? Ну, потому что, когда ты занимаешься этим, ты так увлечен и понимаешь, что ты ловишь кайф от этого. Тебе нравится, ну, до такой степени, что думаешь, о, я бы этим только и занималась. Ну да, и у меня планы по этому поводу. Я бы, может быть, хотела бы уже, ну, создавать свои мастер-классы и, возможно, когда-нибудь создать школу по скраббукингу, ну, для желающих. Интересные задумки. Ну да, то есть, когда находишь любимое дело, ты не смотришь на часы, можешь не спать, не есть, тебе все равно, как пролетает время, кто проходит рядом, да? Ты, по сути, увлеченно занимаешься тем, что тебе нравится. Здорово, это отличный момент, и я рад, что тебе это удалось. Давай рассмотрим другой вопрос. Если бы у тебя была возможность вернуться немного назад, в прошлое, есть ли те моменты или те ошибки, которых ты постаралась бы избежать? Может быть, ты была, обладая этой возможностью, исправила бы что-нибудь, хотела что-нибудь исправить? Ну, если я буду так размышлять, тогда я могу уйти в ныне. Нет, ну давай пофантазируем. Это же интересно. А можно не фантазировать? Допустим, многие ребята сходятся на мнение о том, что они бы ничего не меняли, потому что любой опыт – это опыт. Все, через что они прошли, так или иначе, сделали их такими, какими они есть сейчас. Но с другой стороны, не будем отсекать параллельные реальности и так далее. Возможно, в той другой реальности ты живешь как-то по-другому. И вот если просто подумать, может быть, стоило ли избежать каких-то ошибок? Или хотела бы ты их избежать? Или все-таки этот опыт – это твой опыт, который ты ни на что бы не променяла? Ну, я понимаю, что это все равно мой выбор, то, что сейчас происходит, ну, как бы, любое мое действие, даже если это ошибка, значит, это выбрала я сама, ну, как бы, совершить эту ошибку, и поэтому не вижу смысла менять, потому что я бы не пришла к тому, что есть сейчас. Ну, да, это 100%. Венера, смотри, давай поговорим о жизни в путешествиях. Насколько это интересно вообще? Ну, мне нравится. А кроме того, что тебе нравится, что это еще тебе дарит? Ну, конечно, расширяются горизонты, ты узнаешь больше. Ну, например, если вот тут в Индонезии понимаешь людей, которые здесь именно живут, культуру, их традиции, все это так интересно. Да тут же начинаешь язык изучать, людей новых узнавать. Ты понимаешь, что мир намного шире, чем просто твой город, и вообще очень интересно. Вот недавно наша общая знакомая Тини, да, пригласила нас на церемонию, которая с того момента в течение недели будет проходить. То есть она еще продолжается и не закончилась. И мы были одеты как настоящие балийцы в их традиционную одежду. И ты знаешь, мне очень понравился этот момент, потому что нас пригласили не просто как туристов, а как людей, к которым относятся с уважением, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу их культуры, именно вот традиционной балийской. А во-вторых, это было действительно очень интересно. И каждый раз, когда ты узнаешь это, ты погружаешься во что-то неизмеримо ценное, неизмеримо другое. И ты понимаешь, что те же люди, которые выглядят практически так же, как ты, иной раз живут совершенно по-другому. Когда у тебя вопросы вот эти появляются, почему, и ты ищешь ответы, ты узнаешь много нового. У тебя сразу приходит много идей, да и просто ты вдохновляешься или черпаешь какой-то новый опыт. И это действительно здорово. Что еще дают тебе путешествия? Исполнение мечты. Какой? А в чем твоя мечта? Путешествовать. Путешествовать? Так, поделись подробнее. Это все страны или 5, 10, 20? Конечно, идеально было бы все страны. Так. Как бы я не хочу. Не идеально. Не идеально 10.
На данный момент? На данный момент я, возможно, поеду в Таиланд, либо в Индию. Ну, потому что так по финансам мне проще пока туда, либо Филиппины. Ну, то есть возвращение обратно ты пока не планируешь? Ну, я не планирую, а там Марина будет. Ясно. Венера, можешь ли поделиться своими ближайшими планами, ну, скажем, на 3-5 лет, помимо путешествий? Ну, конечно, это саморазвитие, изучение нескольких, может быть, языков я хотела бы выучить, не один английский, например. Зачем тебе нужны языки? Чтобы в путешествиях можно было легко общаться, и, ну, как бы, язык, он все равно барьер, если ты хочется до конца выразить какие-то чувства, не только на жестах, как говорится, и эмоциями, но и словами где-то сказать. И мне кажется, язык — это вообще интересно. Ну, и ты сам узнаешь вообще, как бы, людей, когда изучаешь их язык, вообще тоже интересно. Ну, мне просто нравится это тоже. Ну, в действительности, я, как бы, у меня есть, ну, довольно неплохая база по английскому, которую я каждый день развиваю, но тем не менее, я понимаю, что на русском я могу сказать гораздо больше, нежели на английском. И иногда это ставит, да, реальный барьер. А когда ты хочешь раскрыться, поговорить с человеком на какие-нибудь интересные темы, и ты понимаешь, что, в принципе, даже несмотря на то, что у вас разные языки, вы мыслите одинаково. И тут на каждом шагу такие люди встречаются. И да, действительно, этого опыта не хватает, поэтому изучение английского и испанского, которые мне посоветовали, также выучить, потому что это два универсальных языка, которые очень сильно могут пригодиться в путешествиях. Это действительно классный опыт будет. Угу. Саморазвитие. Ну, я хочу изучить некоторые сферы деятельности, например, которые мне интересны. Это веб-дизайн, там, может, создание сайтов. Ну, это для меня, мне это интересно, я хотела бы. Ты хочешь это применить в своей профессии или ты хочешь стать профессионалом в других областях? И стать профессионалом, конечно. Как интересно. Такое прям устойчивое «да» тебе сейчас прозвучало. Хорошо, саморазвитие, языки. Какие еще планы? Ну, возможно, создать личную жизнь, как бы строить, познакомиться с кем-нибудь. То есть ты планируешь семейную жизнь, да? Ну, я хотела бы. Ну да. А как считаешь, лучше в путешествиях путешествовать одному, либо с кем-то вдвоем? Ну, я не одиночка, я бы хотела с кем-то путешествовать. Интереснее открывать страны, новые возможности, да, и все-таки вместе. Да. Вместе переживать что-то. Ясно. Итак, твои ближайшие 3-5 лет выглядят именно так. Ты саморазвиваешься, учишь несколько языков и находишь вторую половинку. Для того, чтобы путешествовать вместе и изучать вместе языки, и саморазвиваться тоже вместе. Все верно. Отличные планы на ближайшее будущее. Венера, спасибо за то, что ты поделилась теми мыслями, которые у тебя есть. Спасибо за то, что ты приняла участие в этом интервью. И я тебе желаю реализации всего задуманного для того, чтобы это было вот на 100% так, как ты хочешь.